Всем привет, с вами Коба, и сегодня мы продолжаем играть в Industrial Craft 2. И остановились мы на том, что мы не наделали ад, да, нам не хватило одной этой херни. Давайте скрафтим сейчас зажигалку. Кстати, есть у нас кремний? А, да, вот, кремень, то есть, да. Так, как там она крафтится? Я уже... Ага, вот так. Все отлично. Так. Все, пойдемте опять за одним блоком обсидиана. Так. О. Все, заделали ему дырку эту. Давайте вообще в три. Вот так вот, чтобы было удобнее копать. Не копать, а ходить, то есть. Сделаем в три блока. Так. О, вот так вот вообще отлично. Так, я уже наизусть запомнил, где там что лежит. Не-не-не, не убьешь. А ты что хотел вообще? Скелет плохой. Так. Ха-ха-ха. Давайте вот этот обсидиан разрушим. Пам-пам-пам. Ну, ура! Все, сейчас мы сходим в ад уже. Так. Я сначала все выложу, чтобы на обстановку, так сказать, схожу. Вообще нам надо овцу, по сути. Чтобы, блин... Да, давайте лучше сейчас вот сходим за овцой. Потому что кроватка нужна. Я ни одну овцу не видел здесь. Что это за бред вообще? Что за биома? Так. Давай быстрее, быстрее. О, отлично. У меня один голод остался, это фигово. Да, сходим сейчас за мясом, да, я думаю. Все, в принципе, так выложим. Так. Давайте сделаем железный меч. Так. Все отлично. Весь хлам сюда. Факела сюда. И идем добывать кровать. Так, ну давай быстрее. Тихо. Так, вот видите, ни одной вообще овцы нет. И не видно, по крайней мере. Это немного тупо, да, потому что что мне делать-то с овцами, если их нет? Как мне кровать раздобыть, скажите, пожалуйста. Вот свиньи только и водятся в этих джунглях. Блин, действительно хреново. Для кланвара, кстати, вот здесь вот базу можно было сделать вообще отличную просто. Мы куда-то сейчас уйдем вглубь леса, где нас завалят, я думаю. Ну ладно, в Майнкрафте мир бесконечен. Поэтому отойдем подальше. Все равно стопудово должна быть овца где-то, да, ведь? Или как? Не знаю, не знаю. Может, ее и не быть.
Вон тут эти котейки водятся. Оцелоты. Ну стой, блин, у меня там кость была. О, смотри, овца. Овца. Ура. У нас есть одна шерсть. Так, но нам надо еще две. Я слышу, блеет овца. Где, 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 где? Да вот же она. Еще блеет. Еще блеет. Ура! Подождите, так вот еще. Отлично! Все, у нас есть овцы. Так, блин. Тут железка, слушайте, тут тоже шахта. Давайте уберем вот эту вот шатенка. Да и вперед к алмазам тоже, в принципе. И поставим шахту. Почему-то Х тут не воспринимает, поэтому шахта. Так вот, давайте сделаем. Ну, я не знаю, зачем я еще одну шерсть рубил, но, в принципе, пофиг. А, до дома, я думал, мы там на 1000 миль ушли, а мы ушли-то всего на 200 метров, причем. Я думал, будет больше расстояния. Так. Надо запомнить это. А, ну там метка стоит. Шахта там вроде тоже такая неплохая. Так. Блин, еще надо сейчас ждать ночи, чтобы лечь спать. Ладно. О, стоит красавица. Посмотрите на него. С полуоборота взбирается. Так.